Самый короткий, самый удобный, самый прямой путь из Германии в СССР через Польшу. Польша – самая тонкая часть защитной стены, которая отделяла мирный Советский Союз от агрессивной Германии. Когда в августе 1939-го Гитлер обратился к Сталину с предложением сделать пролом в этой защитной и разделительной стене, Сталин с восторгом принял это предложение. Мотивы Гитлера понятны, а как объяснить мотивы действий Сталина? Нам объясняют, защитить наших братьев-славян от нашествия фашистских полчищ. Как мог тогда Советский Союз бросить на произвол судьбу? Это же действительно братья, украинцы и белорусы. Но разве Советский Союз перешел эту границу 17 сентября не в соответствии с решениями, которые были приняты совместно с Германией? Он принял это решение. Это исходя из своих национальных интересов, из интересов братских народов, которых нельзя было бросить на произвол судьбы, а нужно было взять под защиту, под свою. Это элементарное право. Но подождите. Мы сегодня говорим о том, что мы не оставим в беде вот так называемое русскоязычное население. Как же так можно? Но из этого не следует, что мы должны на Украине воевать? Это не следует, но значит мы ни с кем не воевали. Мы просто пришли... Мы перешли границу независимого государства. Его государство уже не существовало. И вот 17 сентября 1939 года в 5 часов 30 минут утра 54 стрелковых дивизии, 13 кавалерийских дивизий, 18 танковых бригад, 13 артиллерийских полков и авиации, всего 2000 самолетов, 4000 танков, 5000 орудий вторглись в Польшу. Польская армия дралась с противником еще до 5 октября. Когда немецкому генералу Йодлю сообщили, что Красная армия тоже наступает, он удивленно спросил, на кого? Спустя 7 лет Йодль будет повешен по приговору Нюрнбергского трибунала за военные преступления, в том числе и против Польши. Хотя Гитлер не удастся ужился сообщить своим генералам о секретном разделе Польши. Впрочем, Сталин своим тоже не сообщил. А незадолго до наступления на Польшу Гитлер на встрече со своими генералами говорил: «С осени 1938 года я решил идти вместе со Сталином. Сталин и я единственные, которые смотрим только в будущее. Так я в ближайшие недели на германо-советской границе подам руку Сталину и вместе с ним приступлю к новому разделу мира». Речь фюрера была встречена с воодушевлением. Геринг вскочил на стол и заплясал. Он плясал под дудку Сталина. Вот вы можете себе представить, вот вы Гитлер, да? Вот здесь между нами находится Польша. Вот, я говорю, товарищ Гитлер, через неделю, 1 сентября начинаем. Пол Польши тебе, пол Польши мне. Хорошо, да? Начинаем. По рукам. По рукам, да? Хорошо. Вот 1 сентября Гитлер начинает, вступает в Польшу, вошел с танками и все. Остальные говорят, а я не готов. Вот теперь мы спрашиваем любого английского мальчика вот здесь на улице, кто начал войну? Ну вот же он, вот с усами, вот он. Вот. А кто хороший человек? Это я хороший человек. Потом я, 17 сентября, я пришел, пол Польши тебе, пол Польши мне. Вот. Но кто плохой человек, это Гитлер, а кто хороший человек, это Сталин. Вызывает недоумение одно обстоятельство. Зачем хороший человек Сталин решился так опасно близко подойти к плохому человеку Гитлеру, разломав защитный, спасительный барьер Польшу? Нет, это не ошибка товарища Сталина. Вот эта необычная, этакая лихая, размашистая подпись рядом с подписью Риббентропа подтверждает, что все идет по плану товарища Сталина. Отсюда и лихость в подписи. И вот сбылась мечта Гитлера. Две дружественные армии протянули друг другу руки над поверженной Польшей на общей границе.
Это действительно грандиозное событие было торжественно отпраздновано совместным парадом в пограничном городе Брест-Литовске. Да-да, в том самом Бресте, ставшем потом знаменитым, но не благодаря этому параду. Гитлер вступил в Польшу, сразу имеет в Польшу войне и имеет Англию и Францию позади. Два фронта сразу. Может ли выиграть Германия войну на два фронта? Клаузевиц, Мольтке, сам Гитлер говорит, нельзя. Бисмарк говорил, нельзя на два фронта. Нельзя. Потому что нет резервов, нету ресурсов в Германии, поэтому затяжная война не может быть. Раз два фронта, значит она затяжная. Гитлер сразу проиграл. Тот же Сталин входит в ту же Польшу через 17 дней, и никто ему войну не объявляет. Правда? Гитлер захватывает Францию, потом там Бельгию, Голландию, весь мир потрясен. Ах, вот он плохой человек. Я захватываю Эстонию, Литву, Латвию. Никто не. Все говорят, вот он во Второй мировой войне, а я в мире. Я захватываю там Бессарабию, Буковину, вот, там Финляндию пошел, воюю. 23 миллиона населения. Я присоединяю к себе огромные территории. 23 миллиона. Говорю, это мирное время, мы не в войне. В далеком и легендарном 18-м году народный комиссар по делам национальности Сталин с большой неохотой подписал договор о независимости Финляндии. Теперь пришло время исправить ошибку. Зачем огромному Советскому Союзу нужна маленькая Финляндия? Газета «Правда» популярно объяснила, что, во-первых, финские буржуи угрожают нашему любимому Ленинграду. А во-вторых, финский народ, угнетенный этими самыми финскими буржуями, жаждет освобождения от ненавистного гнета. Людям объяснили, на каких именно территориях жаждет народ освобождения от этого самого гнета. А будущий автор нашего государственного гимна написал стихотворное послание финскому другу, ожидающему с нетерпением прихода Красной Армии освободительницы. Вот это послание. Народ загоняли в трясину, все дальше, все глубже, и вот... Вы поняли, честные финны, как должен держаться народ, не слушать чванливого сброда и власть шутовскую стряхнуть, и руку советским народам, как близким друзьям, протянуть. Так шире же сильные плечи, расправьте с уоми сыны, по-братски идет вам навстречу правительство нашей страны. Замечательное послание. И столь же замечательное и человеколюбивое желание нашего правительства. Но опять-таки, как с Польшей, нужен подходящий повод. Финны на нас напали, хотели дойти до Москвы, наверное, захватить все, я не знаю. А мы нанесли контрудар, правда? Там был один снаряд, куда-то упал. Финны говорят, давайте разберемся, давайте какую-нибудь комиссию, нейтральную комиссию, что это за снаряд, чей снаряд? Нет, мы говорим, нет. И мы наносим контрудар. С поводом все более или менее понятно. А причины? Вспомним нашу военную теорию. Для прикрытия всеобщей мобилизации необходима серия локальных конфликтов. И действительно, маленькая победоносная война – хороший предлог для увеличения армии. Забираем парней для малой войны и уже не отпускаем их до настоящей большой войны. Очень мудро. Сталин и предположить не мог, чем обернется для него маленькая война с Финляндией. Красная армия наткнулась на линию Маннергейма и на поразительное упорство, мужество и боевое умение финнов. Мир с возмущением и недоумением наблюдал за этой незнаменитой войной. А Молотов заявил, что Советский Союз заключил мирный договор с правительством Финской Демократической Республики и не ведет войны с финским народом. Правительство этой самой Демократической Республики во главе со старым коминтерновцем Кусининым в полном составе сидело в Москве. Это правительство признали независимые страны – Монголия и Тува. Другие страны не признавали. Советский Союз как агрессор был исключен из Лиги наций и присоединился таким образом к двум ранее исключенным агрессорам – Италии и Германии. Да черт с ней, с этой Лигой наций, хоть и международной. Товарища Сталина больше заботило положение Красной Армии в маленькой Финляндии. В зимних боях увязли 64 дивизии, в том числе 8 танков.
Финны крепко трепали наших солдат. Мирный договор был подписан только через 100 дней после начала войны. Весь мир решил, что Красная Армия совсем не такая уж непобедимая и легендарная, как пелось в любимых песнях. Почему все говорят, что Сталин войну проиграл, я не понимаю. Вы выиграли, правда, да? Согласны, да? Не согласны. Самоощущение русских, что война была позорная, просто постыдная проигрыш. Нет, это наша пропаганда так ее представила. А вот у меня такой опыт. Я имел доступ к большому компьютеру, который специально создан для того и запрограммирован для того, чтобы как-то планировать войну. То есть это специально. Мы берем какую-то страну и начинаем вводить даты, как нам воевать. А где стоит компьютер? В одной из военных академий, здесь, в Англии. И там соответствующие люди, которые нажимают кнопки, чтобы мне не разбираться 10 лет, какие кнопки нажимать. Я даю условия. Мне захотелось, я попросил, можно ли мне вот эту смоделировать, финскую войну. Я начинаю, говорю этому оператору, вводим сразу температуру, минус 40. Вводим. Вводит он температуру, сразу компьютер протестует. Стоп, говорит, нет, такой войны быть не может. Компьютер мне отвечает, это невозможно. То есть изначально Сталин задавал Красной Армии невозможные условия. Ни одна армия мира никогда не проводила крупных наступательных операций при минус 40. Только Красная Армия способна на это. Это чудо, это невозможная задача, мы ее выполнили. Дальше я задаю, говорю, хорошо, ладно, забудем температуру. Не было никакой температуры, все. Глубина снежного покрова 1.5-2 метра. Вводим. Компьютер сразу, нет, нельзя, так воевать нельзя. Все, хорошо. Ладно, допустим, снега не было. Не было температуры, не было снега. Но были озера и были болота. Болота под снегом не промерзают. И валуны. И под снегом танк не видит, на валун наезжает. Это противотанковая местность. Я там завожу эти самые цифры, снова компьютер. А так воевать нельзя. То есть это уже трижды невыполнимая задача. Хорошо, ладно, я говорю, местность идеальна. Ладно, бог с тобой, товарищ компьютер. Я тебе прощаю. Давай. Плотность минирования. Я ввожу, сколько было мин на погонный километр. Какая фортификация, какая прочность бетона, марки 600 был. Ввожу, сколько у них там было противотанковых рвов, и все. Компьютер говорит, 10 лет прорывать. Он уже умягчился. 10 лет прорывать, если не будет мороза никакого, если не будет снега. Красная армия это за 3 месяца сделала. Это чудо, такого чуда никто никогда не совершал. Никто, без подготовки. Вот так пошли и сделали. А снайперы были в компьютере? Нет, уже я уже простил я. Допустим, снайперов нет, и мины я прощал, и снижал, уже все параметры. То есть Красная Армия в Финляндии совершила чудо. Раз. Никто до этого, никто после этого такой фортификации в лоб никогда не штурмовал. Мы штурмовали и прорвали. Следующее. Эта война, с точки зрения политической, тут начали кричать, вот, посмотрите, какие эти русские, какие они глупые, какие они дураки и так далее. Никто же никогда не пробовал вот этого англичанина взять и загнать туда Финляндию, чтобы он одну ночь проспал, чтобы ни мин, ни снайперов, чтобы он проспал одну ночь в снегу, потому что никто никогда в такой ситуации не воевал. И для нас это была инъекция. Как только мы в Финляндии повоевали и сказали, что вот лыж нету, маск халатов нету и так далее, и так далее. На следующий год у нас появились лыжи в 41-м году, у нас появились маск халаты, зимняя тактика, зимняя смазка и так далее. Мы извлекли все уроки из Финляндии и в 41-м году набили морду Гитлеру под Москвой. А Гитлер, когда смотрел на это, вот и зубоскалил, ему бы дураку приехать самому бы в Финляндию, посмотреть бы на эту Финляндию, извлечь бы уроки, сказать, вот как эти русские воюют? Если он готов идти в Россию, Россия не Финляндия, ну тоже иногда снег бывает, иногда, не каждый день, но бывает иногда снег, правда? Не такие морозы, но бывают, ну для немца это все-таки мороз уже, ну какой не есть, там 25, там минус 30, ну мороз все-таки. Так вот, надо было подумать и заказать смазку, лыжи заказать, маск-халаты заказать, они же не сделали ничего. Так вот, я считаю, что войну в Финляндии Гитлер проиграл. Товарищ Сталин, конечно, извлек и другие уроки из финской войны. Если доблестная Красная Армия взламывала линию Маннергейма целых 3 месяца, то Гитлеру для захвата Франции понадобится не менее года. Знаменитая линия Мажено,
неизмеримо более мощная, гарантировала затяжную, изнурительную войну между этими странами. А ведь именно это и входило в наши планы – затяжная война в Европе. И чтобы Гитлер мог ее вести как можно дольше, наше сырье и продовольствие нескончаемым потоком идут в Германию. У нас, мы знаем, и сырья, и продовольствие с избытком. Так что господин Гитлер может воевать сколь угодно долго. И пока Гитлер с нашей помощью воюет на Западе, мы еще приблизились к нему, прибрав к рукам часть Литвы, Латвию и Эстонию. Маленькие прибалтийские страны не пытались сопротивляться, помня, как Красная Армия штурмовала линию Маннергейма. В отличие от финской кампании, это была легкая победа. Правительства этих стран быстренько распихали по переполненным советским тюрьмам и на их место посадили народные правительства. А наша армия обеспечила быстрое и легкое исполнение этой операции. Все принялось наверх. Не надо сейчас из себя сделать такого прозорливого человека. Я верил, что мы освобождали. Что думал я по этому поводу, не могу вам сказать. Это другой разговор. Но я в это действительно верил свято, что мы освобождаем, и по этому поводу тоже радовался. И «Красная звезда» в то время публиковала очень много схем. Там был такой вкладыш специальный, там была схема сражения, которую офицеры, вот командиры, все говорят, офицер, ну поймите, красные офицеры, обсуждали и разбирали, значит, кто где Гудериан, где Бог. Вполне понятна заинтересованность наших красных командиров местоположение танкового бога вермахта Хайнца Вильгельма Гудериана. Гитлер, тоже усвоивший, конечно, кое-какие уроки войны в Финляндии, не стал штурмовать линию Мажино. Он в немыслимо короткие сроки завоевал сначала маленькую Голландию, потом маленькую Бельгию, и 2500 танков Гудериана в обход линии Мажино ринулись во Францию. И через 17 дней Франция сложила оружие. Затяжной войны не получилось. Это рушило все планы Сталина, и он опасно заторопился. И когда Гитлер торжественно и сентиментально принимал капитуляцию Франции в том самом Компьенском лесу, где в 1918 году Германия расписалась в своем национальном позоре и безудержно радовался по этому поводу, именно в те самые дни Сталин ввел свои войска в Бессарабию и Буковину. Это не на шутку напугало рейхсканцлера. Если наш захват Прибалтики и Бессарабии был оговорен в секретных протоколах, то не было, да и не могло быть речи о Буковине. Гитлер никогда бы на это не согласился. Это был гениальный политик, это был гениальный стратег и гениальный борец за власть. Послушайте, 30 лет править такой страной... Единолично. Ну, давайте признаем, что все-таки был не дурак. Так вот, Сталин допустил в своей карьере одну ошибку. Одну. И эта ошибка была в 1940 году. Гитлер повернулся против Франции и быстро пошел туда. И в этот момент Сталин требует от Румынии кусок территории. И советские войска вступают туда и идут в направлении Плоэшти. И в Германии начинается паника. И это очень хорошо документировано у Йодля, у Кейтеля. Все генералы, которые были связаны с планированием, они про это вспоминают. Гитлер говорит, а что же мы будем делать, если Красная Армия дойдет до Плоэшти? Оставалось 180 километров, и это сердце Германии. Впервые Гитлер о том, что он собирается напасть на Советский Союз, высказал эту мысль 2 июня 1940 года, уже когда завершалась, значит, победоносная война Германии против Франции. Он в штабе группы армии А, Рундштетту, эту мысль высказал. Сколько бы мы ни говорили, что вот там когда-то Советский Союз там начал готовить это упреждающий удар, еще до того,
как Советский Союз вот какие-нибудь шаги в этом отношении хотел предпринять, уже план Барбаросса был. План Барбаросса начал создаваться только как реакция на наше движение в Румынию. В 1940 году Сталин должен был делать одно из двух. Вот эта половинчатость нас погубила, Сталина погубила. С одной стороны, он или не должен был не делать ничего, не показывать своего намерения, или сразу идти до Плоешти, отрезать нефтяное сердце от Германии, и германская машина, военная машина забуксовала бы. Все. Спасти больше румынскую нефть было бы нельзя. Синтетического горючего у них в то время производилось недостаточно. А Британия по пакту Молотов-Риббентроп, ее флот был более мощный, надводный флот, не давал, не позволял подвозить морем нефть в Германию. Вот и все. Всего через год Гитлер, планируя удары вермахта уже на нашей территории, как самое перспективное направление выбрал вот это, на Баку. Сама мысль о возможном захвате Каспия была столь приятна, что по этому поводу был съеден специальный торт «Каспийское море, залитое нефтью». «Нефть – это кровь войны», – так говорил Сталин. Надо было или идти до Плоешти, и все, или не идти. Но Сталин сделал один шаг и остановился, и тем продемонстрировал свое намерение. И сразу же Гитлер сказал, а что мы можем делать? Как мы можем защитить Румынию? Генералы посидели и говорят, никак. Никак. Немецких войск там нету. Вот перебросить их туда нельзя. Румыния от Германии далеко. И там существуют горные массивы тут. То есть это не такая ровная местность, как из Германии через Польшу в Польшу. А в Румынию нет такого хорошего пути перебрасывать войска. И тогда был план нанести отвлекающий удар. В случае, если Советский Союз пойдет на Румынию, наносить где-то другой отвлекающий удар. Поначалу 10 дивизий. Да. Проиграли на картах и говорят, нет, 10 не пойдет. Вот, говорят, давай 15. Ага, ну-ка на картах. Или если мы вот там где-то в Белоруссии стукнем 15. Не, недостаточно. А ну-ка 25. Ну-ка. И так это дело поднималось. Потом говорят, нужно весь вермахт, чтобы наносить удар, чтобы Сталина отбить от этой Румынии. И наш генеральный штаб в том же году делает теоретический вывод огромной важности. Выполнение задач армии вторжения необходимо возложить на весь первый стратегический эшелон. Вот так вот. Гитлеру нужен весь вермахт, нам нужен весь первый стратегический эшелон. Гитлер, уже на краю могильной ямы, где будет сожжен его труп, пытался объясниться с историей. Я никогда не принимал более трудного решения, чем решение о начале наступления на Россию. Я всегда говорил, что нужно любыми средствами избежать войны на два фронта. И никто не подвергнет сомнению то, что я более чем кто бы то ни было размышлял об опыте Наполеона в России. Почему я тогда решился на это? Гитлер, пусть перед смертью, задал себе этот вопрос. 22 июня 1941 года Германия внезапно и вероломно напала на Советский Союз. Это исторический факт. Однако это очень странный факт. До Второй мировой войны Германия не имела общих границ с Советским Союзом и, следовательно, не могла напасть, тем более внезапно. Каждый, кого интересует дата 22 июня 1941 года, перед тем, как справедливо обвинять Гитлера и упрекать его в вероломстве, пусть постарается дать хотя бы самому себе ответы на два вопроса. Во-первых, кто сокрушил барьер нейтральных государств между Германией и Советским Союзом? Во-вторых, зачем? Любая попытка ответить на эти вопросы обязательно приведет нас к роковому дню, 19 августа 1939 года, к подлинной, хотя и скрытой дате начала Второй мировой войны.